Вот в этом-то и есть наша прелесть. Для чего я работаю? Для чего я вам показываю программу «Автостоп»? Догадайтесь трех раз. Почему эта программа «Автостоп» уже 19 год в эфире доходит? Как? В октябре месяце ей будет ровно 19 лет, а следующий год будет 20-й. То есть, в принципе, вы должны понять, для кого эта программа. Она прежде всего для вас, уважаемые мои водители города Магнитогорска. Потому что, ну, понятное дело, что если бы я переехал в другое место жительства, да, программа «Автостоп» была бы еще и круче, и навороченнее, но я делаю это для именно вас. Потому что вы можете также показать, как вы умеете продавать, обслуживать, ремонтировать свои машины. К слову о том, что мы сегодня переговорим, у нас Паша Базаров располагается здесь вот. Он очень качественно ремонтирует машины, восстанавливает их и делает из ничего конфетку. В некотором смысле такое иногда получается. И мы об этом сегодня будем говорить, потому что он готов, он вам предоставляет качественную работу, потому что неоднократно я его показываю, и неоднократно свои машины, да и машины своих друзей я делаю здесь, потому что он отвечает за свой разговор, в смысле за свой базар. К сожалению, это лучший вариант из разряда 90-х годов прошлого столетия. Ха-ха-ха! Это я про вас, автомобилисты. Новые или которые только будут таковыми. Я не про тех, опыт которых более 10 лет. То есть ваша машина будет круче машины соседа? Но это до первой аварии. И, как правило, люди от 10 лет с этим сталкиваются. И что такое машина? На примере последних объясню. Железо. Это хорошо, если банка из-под консервов российская. А так можно и на запад напороться, и вот ваша машина. Такая же фигня скрученная. Вот и все. Вот весь ваш понт. Отчасти и больше это пластмасса. Красиво покрашенная, но это крылья и большая часть морды и бампера. Иногда капот. И типа все это не гниет. Но машина сейчас работает до сроков окончания гарантии. 3 или 5 лет. И замена двигателя. А да, кстати, там еще и пороги гниют. Но это ладно, отдельная тема. К слову о том, как пластик рушится. Даже при наезде на маленький лед рушится все. И морда, естественно. Это даже не машина, это способ выманить ваши деньги. Причем ценники, ого-гось. Проще либо однуху взять, и это от лимона, либо однуху в Москве при больших новорижских темах. И вот вам пенсия челябинская, если это Магнитогорск, или пенсия московская при покупке квартиры там. Что в 4 раза больше. Теперь кому я доверяю? На 100% клубу «Феникс». Я, насколько понимаю, это у вас клуб, правильно? Да, автоклуб «Феникс». По ремонту автомобилей. То бишь, давайте все-таки определимся, чем вы занимаетесь. И я считаю, что лучше, чем все. Ну, я занимаюсь ремонтом машин. То есть, что значит ремонт машин? Я люблю их красить. Восстанавливать им лоск. Делать из стареньких машин, помятых, жеванных, новые, красивые. И опять превращать их в игрушки. Давайте все-таки определимся вот ко мне, да, тоже вопрос такой. То есть я любитель уже раритетов. Я уж поездил на новых машинах, да. А теперь я бы хотел подождать некоторое время, лет 5, не более того, и все машины уже станут раритетами. То бишь, если бы я был бы любителем раритетов, мне бы, наверное, стоило бы к вам обратиться, потому что вы делаете круче и еще и ответственнее, чем все остальные. Да, с раритетами очень много работы. То есть многие мастера поверхностно там наводят лоск, это ненадолго. Всякие есть глубинные болячки у автомобилей. То есть, ну, даже с завода они никак не искоренимы, они появляются. Их нужно лечить. Вот. И как раз вот это и заключается. То есть мое лечение, я глубоко залазю. Не ленюсь разбирать, искать все эти болячки, убирать их, все и восстанавливать в должном виде, даже лучше, чем заводское. Да, это жесть, но то, что угроблено вашими руками, делается руками этого человека. Он делает по свойственным ему, да и мне, правилам. Или вы опять не знали, да и я косячу, но переделываю, как говорит мне заказчик. У него ситуация другая. Мы работаем, ну, стараемся это делать с минимумом затрат. Лучше взять максимум качества. Тогда вариантов переделки будет менее. Отличные материалы, алюминиевые грунтовки. И один из вариантов – каска. Чтобы было проще. Но не всегда же вы влетаете. Можете и сами зацепить. И тогда без косяков. Машина на пару, иногда и больше дней в этот клуб. И потом – такая новинка, что ваш сосед, типа купивший лучшее, будет в отстое. Все красиво сделано. Даже лучше, чем вы купили в салоне.
Но извините, мы говорим про раритеты. Слава богу, мы можем это взять. Но только машины должны быть от 1990 года. И вот тогда это правило. Я вам расскажу, что стандартная трёха от бумера с пробегом 57 тысяч километров легко ушла по цене нового бумеровского кроссовера. Вы не знали, я с вами делюсь. А продать машину вы можете не в сложной России, а за рубежом. Есть и такие сайты. Но с другой стороны, вы же должны тоже понимать, почему я к вам обращаюсь. Вы, в принципе, так же. Вы, если бы я что-то сделал... А, слушайте, если тачка на прокачка, почему она не может быть моя? То бишь, давайте все-таки определимся. Делаем мою тачку на прокачку, да? Вот. Вы внедряете свои мысли. Я показываю, как вы работаете. И потом уже все становится вообще очень красиво и грамотно. Вот так вот. То бишь, если мы хотим сделать что-то качественное, вот для этого и создана программа «Автостоп», которая уже 19-й год в эфире как доходит. Подумайте, господа, программа исключительно для вас.